Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня 31 мая, 8 часов утра. Мы с Шекелем на прогулочке. У нас погодка, ну, совсем уже, можно сказать, и летняя. Сегодня последний денечек. Для меня весна пролетела просто очень быстро. Вот такое у нас солнышко. Птички поют. У нас все потихонечку. Ночь прошла, можно сказать, тихо. Под утро уже была воздушная тревога одна. Свет, газ, вода, связь есть. Транспорт работает. Магазины, аптеки, все в штатном режиме. У нас, смотрю, да, Шекелюша? Шекелюша у нас мух боится. У нас разлетались осы. А Шекель боится мух, ос, маленьких жужжащих насекомых. Да, Шекелюха? Ой, как теплышко, хоть загорай. Мы продолжаем с Шекелем утреннюю прогулочку. А кому интересно, что мы вчера купили, на что у нас акции и какой курс валют, оставайтесь с нами. Приятного просмотра. И всем хорошего настроения. Всем привет-привет, ребятки. Отчитываюсь за сегодняшний день. Ходили мы с Артурчиком по делам в Приватбанк. Но немножко неудачно. Только подошли, включилась воздушная тревога. Банк не работал. И ну, во время воздушной тревоги банк не проводит никакие операции. Сидели, в общем, мы на порожке. Ждали, пока отменится воздушная тревога. В общем, мы подустали, развернулись на это дело, плюнули, просидели около 2 часов, решили уйти домой, прийти завтра. Ну, мы ушли, прошли буквально там, не знаю, 100 метров. Воздушную тревогу отменили. Мы вернулись назад, все свои дела порешали. Думаю, слава богу. И вот я такая красненькая, сидели на улице, жарко, душно. Вот, зашли мы по пути назад в Галю Балованную возле Варуса. И там нас ожидал хороший такой сюрприз. Там акция, ребята, на всю продукцию до 15 июня. В общем, кому интересна эта продукция, кто покупает, можете обратить внимание. Я вам сейчас вставлю, мне разрешили там поснимать цены, продукцию. Посмотрите. Надо что-то сделать, потому что я с вами не могу выглядеть. Так, сырники. Так, вот такая акция в Галле Балованной до 15 июня. Даже торт печеночный есть, ничего себе. Вареники с капустой. Так, сейчас. Блинчики с бананом, со сгущенкой. Со шпинатом. О, еще и крем-сыр Филадельфия. Все вместе. Так, блинчики с курочкой. Блинчики с брынзой. Здесь у нас сладкие. Ой, сладкие. Клубника, город черника, карамелизированная яблоко. Черника. Банан, сгущенка. С макой, с маком то выше. Звук. Без косточки. Вообще шикарно. А в варениках тоже косточки там нет? Все. Там немного сахарка. Для тебя сделают с косточки. Ну, в детстве, когда мы зубатые, конечно. Здесь у нас хинкали, хинкали со свининой. Сейчас мы не сухо добрее, поэтому сырники без косточки. Котлеты, бургер. Я вас слушаю. Можно мне бургер, как у вас? Пакетик?
килограмм. Килограмм. Пакетики меньше килограмм. Котлеты рыбные. По 8 штук пакетов. 10-9. 10, нет, 9 штучек. Давайте. Ну там мне нету килограмма. Даже по 8 штучек там меньше килограмм. Голубцы с мясом. Что-то еще? Все. На платье 101 гривна. Домашняя колбаска. Ну, да и выбирайте, пожалуйста. Бандеры, пиццы. Сразу. Да. То, что вижу. Колбаски гриль. Колбаска со свининой. Мы, конечно, с Артурчиком зашли, хотели купить вареники с вишнями, их не было, вот, но купили пельмени. Сейчас у меня уже практически кипит водичка, а мы пельмени приготовим, покушаем. И что еще? И шли мы через рынок, купили клубнику. Клубника у нас уже по 100 гривен за килограмм. Есть 90, есть 80, но это такая клубничка, маленько подгулявшая, с такими вот бочками, ну вы понимаете, да? Ну, такая не очень. И продавалась соль. Значит, вот эта соль артемовская, которая 1,5 килограмма, она стоит 75 гривен. Морская соль в пачке килограмм стоит тоже 75 гривен. И была соль весовая в пакетиках килограмм, она 50 гривен стоит. В общем, ну, соль мы не покупали. Мы немножко купили, у нас есть. Мы не запасаемся солью так, чтобы... Вот. И сходила я в АТБ. Немножечко тоже скупилась. В АТБ соли нет вообще. Сейчас я вам ставлю видео своих покупочек. Единственное, была акция на сырки. Ну, вы сейчас все увидите. Мой сладенький распаковщик. Да? Шепелюша. Ой, ой, мам, что ты купила там, да? Что ты купила там? А там что купила? Нам интересно, скажи, показывай быстро. Быстро или очень-очень быстро? Вот такие небольшие покупочки у нас сегодня. Давайте вот начнем с мохито. Такая вот цена. Купила кофе, черная карта. Мне понравилось. Неплохое кофе. Вот такой кетчуп. Лагерный и до шашлыка. Мне понравился, почему две взяла упаковки, понравилось срок. Смотрите. Так, сейчас отсвечивает. Вот. До 1-2 23 года. Так, купила еще вот такой майонез. Вот, сметанка. И в баночке сметанка президент. Тоже срок годности. Нормальный до 29-6 месяца. Практически, ну, свежайшая. Так, вот такой сырок. Сливочный и дружба. Цена одинаковая была акция. На 3 гривны с пачки очень даже хорошо. Молочко 1,5%. Вот такой хлебушек черный с луком. Белый хлебушек любительский. И взяла зубную пасту Блендамед. Вот такую. Вот и все наши покупочки на сегодня. Еще, ребятки, по дороге мы проходили обменник. Сейчас я вам ставлю курс валют на 30 мая. Курс доллара на 30 мая. Вверху доллары, средняя евро и внизу злоты. Ну, а сейчас, ребятки, я вам покажу клубничку, какую мы купили, и сварим пельмени. Вот такая красивая клубничка, чуть больше, чем 0,5 килограмма. Ну, мы попробовали с Артурчиком уже одну, она такая не сильно сладкая, чуть-чуть у нее есть сладость, больше, конечно, кислоты, но аромат клубники, вот клубника. Покупали у мужчины, это его клубника, выращенная на участке.
ребятки, наварили мы пельменей с курицей, со свининой. Ой, я не могу. На. Мне не с руки. Мне не с руки. Все. Кому нравится фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки», как подсыпку в варенике со сметаной, да? Так. Мы будем пельмени сейчас так, я съедим. А там сметана какая-то интересная была, жидкая. То не сметана, скорее всего, а сливки были. Уж вы видели, как там вареник крутился в этой сметане? Густой сметанин нормально, он бы намотал бы на вареник. Но знаешь, сметана теплого тает. Ну, он не зимой ел вареники, мамуль. Ну, так они же горячие. Правда? Сейчас будем... Вкуснотища. Я вот так вот сметану, и потом в нее перца черненького. И она обалденно. Сметана с перчиком перемазали, перемотали. Она там вам хвастается, а я тут рассказываю. Рассказывай. А она уже топчет, вы видите. Потому что я сегодня ничего не кушала. Ну, почти. Я чуть-чуть перекусил с утра. Ну что, Галя Балована, проверим, как ты сегодня нас угощаешь. Насколько балов побаловалась, да? Да. Вкусненькие. Зачетные. Второй раз берем вкусненькие. В следующий раз мы купим вареники с вишней, покажем вам. То сегодня не было? Ну да, я уже говорила. Я знаю, но я повторю. Обидно просто. Ну ладно, ребятки, мы будем кушать. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, кто собирается кушать, тоже приятного аппетита. Всем спасибо, что этот день были с нами. Поддерживайте нас, ставите нам лайки, пишите комментарии. Очень-очень приятно. Всем скорейшего мира, здоровья, добра, всего только-только хорошего. Всем пока-пока. Bye-bye.